Всем привет, с вами снова Камила, и сегодня я буду делать видео, как вы уже догадались по названию, видео о том, как сделать локоны. Очень много было запросов, долго я не делала это видео. Сейчас, когда у меня уже новая камера, кстати говоря, я надеюсь, вы заметили, качество должно улучшиться. Эта камера снимает и HD, и Full HD, а до этого я снимала на мыльницу, поэтому качество должно улучшиться. Эта прическа очень универсальная, вы можете сделать ее на какой-то праздник, вечеринку или просто на ваш день рождения. Я надеюсь, что это видео вам понравится. Итак, все, что нам понадобится, это, конечно же, плойка. У меня вот такая плойка от Bosch, покупала я ее в техносиле. Здесь всего 5 режимов, поэтому вы можете варьировать температуру в зависимости от ваших волос. Если они у вас поврежденные, можете поставить на единичку или на двоечку. Если все в порядке с волосами, можно смело ставить на максимальную температуру. Также я использовала вот такую термозащиту от Estelle. На самом деле это совсем не обязательно, но все-таки лучше использовать термозащиту. Нужна будет обычная расческа, крабик, чтобы закрепить волосы. И также для этой укладки я использовала шпильки. На самом деле их нужно вам довольно много. В общем, вам понадобится 10-15 шпилек. Также, если вы хотите, чтобы ваша прическа держалась очень долго, вы можете воспользоваться лаком. У меня вот такой лак от Schwarzkopf Taft. Сперва я буду наносить спрей термозащиту. В принципе, не обязательно это делать, но все-таки лучше нанести. Спрей защитит волосы от перегрева, и впоследствии кончики не будут сухими, они не будут сечься, и волосы останутся здоровыми. Просто наношу по всей длине, и особенно на кончики, потому что они больше всего сушатся. Я нанесла термозащиту, теперь при помощи обычной расчески я буду расчесывать волосы для того, чтобы равномерно распределить по всей длине термозащиту. Мне понадобится крабик, вы можете заколоть волосы чем угодно, резинкой, шпильками, просто невидимками. Я просто буду отделять половину волос, существенно облегчает процесс, поэтому я всегда закалываю волосы, когда делаю локоны. И оставшиеся волосы я просто разделяю на две части. И теперь нам понадобится сама плойка. У меня вот такая плойка от Bosch. Она нагревает волосы до 200 градусов. Здесь просто кнопка включить, выключить. И мне нравится в этой плойке то, что здесь есть регулировка температур в зависимости от степени повреждения ваших волос. Так как волосы у меня довольно густые и тяжелые, я всегда ставлю максимальную температуру 200 градусов. Так локоны у меня получаются очень быстро. И когда у меня нет времени, я всегда ставлю именно на 200 градусов. Так как видите, одну половинку я уже сделала, просто чтобы видео не получилось очень длинным. Сейчас вам покажу, как сделать абсолютно то же самое, просто на другой половинке. Так, я беру плойку, вот так вот ее держу, так, чтобы зажим был к лицу. Так кудряшка будет закручена от лица, и она будет более красивой. Итак, я просто беру плойку и аккуратненько накручиваю. Как видите, я накручиваю сверху. Я знаю, что многие накручивают снизу, но тогда верхушка абсолютно не накручена, и накручены только концы. Мне этот эффект не очень нравится, поэтому я пользуюсь именно вот этой техникой. Держу я так приблизительно 10 секунд. На самом деле время зависит от ваших волос, от температуры, которую вы выбрали. Для меня оптимальный вариант 10 секунд. Так кудряшки держатся у меня довольно. Теперь я просто опускаю кудряшку, сначала опускаю в руку, жду, пока она немножечко остынет, потому что волосы довольно горячие. Когда она немного остыла, я просто беру невидимку обычную и буду ее в таком же положении спиралькой, также буду ее закреплять. Дальше я беру еще одну и закрепляю точно так же, просто с другой стороны, чтобы ничего не развалилось. Теперь будем накручивать другую прядь по такой же технике. Я ее уже буду накручивать в другую сторону. Точно так же аккуратно наматываем. Как я уже сказала, я примерно держу 10 секунд. Если у вас волосы тонкие, вам вполне будет достаточно 5 секунд. В принципе, время варьируется от 5 до 15 секунд. И точно так же опускаю в руку. Важно сохранить кудряшку в этом спиральном положении. Жду, пока она немножечко остынет, потому что она действительно очень горячая. Теперь точно так же беру невидимку и закрепляю ее. И с другой стороны крест-накрест.
я закрепляю волосы невидимками просто для того, чтобы они остыли, потому что все-таки они сейчас горячие, если вы их сразу отпустите, то они будут плохо держаться. А так, когда они уже остынут, вы походите так примерно минут 5-7, кудряшки держатся очень долго, даже без лака. Итак, теперь я буду распускать верхний слой. И здесь нам нужно будет существенно постараться, потому что этот слой будет очень хорошо видно. Те волосы, которые я уже накрутила, просто перемещаю назад, чтобы они не мешались, чтобы у нас ничего не переплетало. Точно так же будем накручивать волосы. Начинаю я всегда с задней части. Расчесываю. Тоже буду накручивать, здесь я уже накручиваю волосы от лица. Для этого опять же держу вот так вот плойку, так чтобы щипцы были к лицу. И аккуратненько накручиваю. И зажимаю. И опускаем в руку. Несколько секунд, пока волосы остынут. Беру опять же невидимку и просто закрепляю. И с другой стороны. Эту прядь я тоже буду накручивать от лица. Пару секунд. Как видите, последние пряди у меня не одной длины, а волосы пострижены у меня лесенкой. То есть здесь более короткие, дальше они просто идут чуть-чуть длиннее. Итак, что я делаю? Сначала беру прядь равномерной длины, у меня волосы одинаковой длины. Точно так же от лица. Зажимаем и держим 10 секунд. Аккуратно опускаем. Ждем, пока волосы немного остынут. И с другой стороны. Итак, с этой стороны у нас осталась последняя прядь. И здесь волосы разные. Что я делаю? Я просто беру эту прядь. Она, в принципе, не такая уж и толстая. Все равно я ее разделяю на еще один слой. Вот у меня верхний, вот нижний. Сначала закручиваю верхний слой. Точно так же от лица. Так как эта прядь у меня довольно тонкая, я буду держать приблизительно 7 секунд, а не 10. И опускаю. Опять же, я закрепляю ее невидимочкой. Прядь тонкая, поэтому здесь будет достаточно одной невидимки. И с этой стороны у нас осталась последняя прядь от лица, как обычно. Она уже совсем тоненькая, буду ждать примерно секунд 5. И отпускаем. Закрепляю невидимкой. Итак, я накрутила всю голову, закрепила все это дело невидимками. Сейчас я выгляжу очень-очень странно. Так выглядит вся голова, эту часть тоже уже накрутить. В принципе, вы можете не ждать, пока волосы остынут, потому что когда вы закончите накручивать всю голову, волосы у вас уже все остынут. Для того, чтобы добавить объем, я просто опускаю голову вниз. И немного взбиваю у корней. Это придаст объем волосам. Так. Итак, когда локоны готовы, вы можете взбрызнуть их немного лаком для волос. Так они будут держаться очень долго. Наша укладка готова. Я надеюсь, вам понравился этот урок. Не забывайте подписываться на мой канал, оставляйте комментарии, запросы. Всем спасибо за просмотр. Я желаю вам хорошего настроения. Всем пока!